Применить для устрашения собственной матери боевую гранату времен войны мужчина решил после того, как получил отказ дать ему денег на спиртное. В ярости сын выбежал из дома и вернулся с боеприпасом. Нет. Он пугает меня всю жизнь. Что говорил, когда гранату достал? Сейчас взорвешься. Женщина выбежала на улицу и позвонила дочери, которая сообщила в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали обидчика и оцепили место до приезда специалистов по разминированию. Откуда она? В лесу нашел? На бутылку самого не давал. Ну и что вы решили? Попугать. Попугали? Да я положил ее и все на коврик. Как установили полицейские, мужчина уже отбывал срок заключения за нанесение тяжких побоев, опять же, своей матери. Пенсионерка поясняет, что такое отношение к ней сына практически норма жизни, и она уже привыкла к такой сыновьей благодарности. Она все ждает. Я ебил стул, ты мне кожу. Стулом? Да, ножкой. Бьет, убью и все. Убью и все. Территория домовладения тщательно была обследована кинологами. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Специалисты упаковали гранату, с которой в дальнейшем будут работать эксперты. Да, граната F1 2 мировой войны с запалом Ковешникова. Так могла и вполне взорваться.